Болото. Впереди нас опять болото. Анюта, ты где? Вылазь давай, Анюта. Нам на рыбалку пора. Не слышит меня Анюта. Где-то здесь по болоту бродит. Эх, ладно. Буду ждать ее. Ух ты, какая красота. Стоп. Да, вообще как по ковру. Опа. Опа. Да, ползи. По щучьему велению. По нашему хотению. Давай, опа. Вот это да. Боже мой, вот это да! Привет, друзья и гости нашего канала. Наступило время, и мы решили с Анечкой выехать на рыбалку. Едем мы на дальнее озеро под названием Вальданна половить окуней. Дорога будет нелегкая, дальняя. Выезжаем мы в 4 утра. Нас ждут преграды, нас ждут хороший окунь, а может быть щука. Мы этого не знаем. Поэтому давайте вместе с вами посмотрим наше маленькое путешествие, как мы добрались, как мы порыбачили и как мы вернулись домой. Поехали! Вперед! Нет, да я буду разбирать. Да, разбирай. Привет, друзья! Ну вот и закончилось лето. И наступила осень. Пора наших рыбалок. Летом мы целое работали. Нам было не до отдыха, не до рыбалки. Ладно, ты давай, короче, по теме. А сейчас мы заправляем наше колесо, выгнали наши квадроциклы. И, короче, я выяснила, что нам надо заправить колесо. Идемте, я покажу, как. Вставлять сначала выхлопную трубу. Вот, смотрите, ребята, вот оно. Тут вот. Вот так понятно, что у нас нет. Это я заметила. Вот, а это прям вот так, хорошо. Поэтому мы будем теперь вот так вот делать. Так, сейчас мне будет Вальдемар рассказывать. Вставляй, по самой не хочу. Вот эту? Да. Вот сюда? Да. Ну, по самой не хочу. Ну-ка, как у тебя это все получается? Все получается. Все, молодец. Я под самую правильную. Так, теперь куда надо? Теперь откручу белый винтель. Вот этот. Аж даже паутина появилась у нас в колесе. Застоялся сильно. О, теперь вставляешь шланг и открываешь винтель. Винтель. Сначала винтель открываешь. Ну, должно качаться. О, слышите, как качается? Ну, сейчас увидим. Так, 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 так. Смотрим, обращаем внимание. Так, сколько это будем делать? Сейчас я газану чуть-чуть. Да нет, нормально. Было. Это что-то не закрыт был, поэтому колесо спустило. Закрыт был? Ну, половина. Ну, может быть. Что, визуально будем определять? Конечно, визуально. Подготавливаем все к погрузке. Нам вот это все нужно еда. С джипа загрузить. Еда. Давайте нам еду. Тихо, тихо. Это все сюда. Тут на всякий случай запасное все. Сухое, да? Да. Понял. Что не запасные? Так, сейчас, секундочку. Что не запасные? На случай сейчас того, я люблю так бежать. Открою вторую шуфлядку. Открываю. Ох ты тут. Как бы сыровато. Квадрик не ездил с апреля месяца. Перчу, не смотрите. Видали какие? А, вот этим чуням. Так, сюда. Так, вот это только мы дорогу наверное. Понял, грузимся. Давай быстрее! Время уже, солнце поднялось! Да-да. Ну все, поехали. Заводи машину. Заводи технику. Прогрело? Конечно. Ну все, поехали, друзья. Спуск по крутому склону на квадроцикле Росомаха в воду. Потихонечку. Ровней колесики. Молодец, молодец.
Ох, какая прогазовочка. Вот так вот Анютка потихонечку заехала в маленький заводь. Сейчас меня отсюда подберет с острова. Хорошо, хорошо. Сильно, сильно. Стой, стой, стой. Ну давай. Давай, давай, потихонечку. Давай, давай, потихонечку. Заезжай, заезжай. Давай, давай, еще чуть-чуть. Еще давай, 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 не останавливайся. Стоп. Молодец. Ну вот, приехала она на остров. А нам сейчас переплывать туда, к рассвету. Красиво. Ладно, всем пока! Ну все, уехала на рыбалку. Рыбачка Соня. Бегу, бегу! Впереди 3 часа дороги. Может, еще грибочков найдем каких-нибудь. В общем, все, движемся конкретно в тайгу. Пока цивилизация. В общем, движемся мы вперед. Я тут потихоньку учусь орудовать вот этой камерой. Вот у нас тайга такая красивая. Ой-ой-ой. Мы набираем скорость. На финальный, по-моему, поворот я вижу. Еду я задним ходом, так потому что удобнее. И все, иха! Это настоящее путешествие. Пожелайте нам удачи. Так, ну что ж, подъехали мы к первой переправе. Все для населения у нас, все перекрыто, все перекопано. Перекопано. Да, и дядечка Петрович, назовем его так, он очень хорошо постарался. Перерыл даже там, где в прошлом году рыбаки, охотники объезжали. Но благодаря, так скажу, Росомахе Экстрим Плюс, Петрович, ты слабо постарался. Мы, в общем, найдем себе объезд. Чуть-чуть подальше возьмем. Так что на следующий год ковыряй тут побольше. Да и напрямки-то можем тоже. Да. Ну-ка, Анечка, давай показывай. Давай, давай, я сейчас объеду, я покажу, что болото, пусть все ковыряет болото. Напрямки, тут быстрее будет, а на обратном пути как раз в Кругаля поедем. Да? Ну давай. Даю тебе камеру, я сейчас буду экстрим делать. Да, так-то, крутенько, крутенько. Опа. Да. Звездец. Ух! Вот это да! Вот это, блин! Вау! Травечка, ковыряй глубже! Дополнительную трубу ставь! Да. Нефтяную трубу ставь! Друзья, несмотря на то, что закрывают нам дорогу рыбакам, мы все равно даже через такие канавы проезжаем, даже при очень глубоком спуске, Росомаха Экстрим, я вот только не помню, там морда сильно набрал воды? Нет, вообще, ты знаешь, да? У меня вот руки-ноги 200 на 300 давления, ну ты вообще красавчик! Вперед! Нет, ты красавчик, Вальдемар, вообще! Да! Едет Анечка за рулем. Я нахлобучил тут, чтобы не простыть, ветер все-таки, как-никак 3 сентября, вот, едем палочку по прекрасной таежной лесам. Вот это
ягода, гроздь. Ух ты, какая красота. Да, надо после рыбалки пособирать. Бруснику нашла, Вальдемар. Вот какая красота. Наша любимая жижа маленько затянулась с того года. Хорошо болота просохли, хотя весной было и поллета очень засушливо. Ой, очень влажно, наоборот, что я говорю. Ну так иду, чавкаю, конечно. Чавка, чавка. Ну тут сейчас Вальдемар, наверное, двинет. А, уже поехал. Понятно. Я тут рассказываю, как я тут чавкаю. Ой, хорошо добрались. Маленько приспустили колеса. Прямо очень хорошая движимость. Ой, ну тут вообще ерунда, конечно, так, одни понты. О, правая сторона жижа присасывает. Да, вообще как по ковру. Супер. Даже он не проваливается. Чем хороши колеса низкого давления, что они приминают почву. Не вредит болотам, допустим, как гусеничные. Потому что вот тут вот порвано было вот эта вот жижа черная. Это порвано гусянками. Вот, а тут все примято. И отлично. Это как мы идем большими сапогами. Чух-чух-чух-чух. Ну что, Вальдемар? Вообще? Топкая, топкая, да? Ну так-то да. Засасывает. Ну что делать? Главное, чтобы была хорошая площадь опоры. Мы проехали нормально. Да, видим, супер. Уже как по асфальту. Да. Поехали. Давай, поехали скорее. 3 километра мы достаем спиннинг. Давай, быстрей, быстрей. Я уже не могу. Вперед, друзья. Рыбачить. Ну давай, прыгай. Седлай коня. Седлай коня. Потом мне руку подашь, а то у меня ног не хватает. Опа! Иха! Доехали до своего озера. Вот. Идет быстрое приготовление. Наживка на спиннинг. Вот. Снаряжение. И Анечка идет закидывать первый спиннинг. Но я пока попью чайку, потом пойду. Ох, какой ветер. Вот. Короче, набрала косодаку. Нет, не косодаку. У меня какой-то профессионал. Сейчас будем менять. Давай. Что ей будет хотеться. Я уже тут утеплилась. Первый заброс, давай. Ну вот. И первый окунь. У Анютки на спиннинг. Первый заброс. Там 300. А, все ясно. Ну все, рыба есть. Окунь клюет, значит и щука есть. Друзья, такое упустить не надо. У Анечки прям прям заброс и сразу окунь. Это надо посмотреть. Давай будем смотреть, как ты достаешь их прямо оттуда. Ладно, сейчас мы пойдем под берегом. Когда-то я думала, это щука. Надо потом на ту сторону нашу любимую сходить. Да, сходим. По-разному. И в большую волну тут такие крокодилы брали. Опа. Так, есть, 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 есть. Ох, какая! Вот это да! Еще больше! Вот это лабух! Это филе будет! Это лабух! Молодец, красавец! Да, пора и мне брать свой спиннинг. Смотрите, друзья! Вот это да! Одно удовольствие потаскать таких. Да, поесть-то как вкусно.
это да! Это наш хлеб, вот кляре. Отличные экземплярчики сегодня. Ну, совсем не маленькие. Да. Наш размерчик. Наш размерчик. Озеро Вальдовна. Подросли наши окуньки. Аннушка идет, куда-то ходила, натаскала целый мешок щуки, окуней, сто пудов. А? Показывай свой улов. Ух ты! Щука у меня удрала, между прочим. Щука-то больше было. Больше было? Угу. Слушай, или по дороге я их вытрясла в болото. Да все могла. Если... Уплыли. Уплыли? Нет, ага. Все, что уплыло, блин, то не твое. Плохо так-то за часик. Ну, да. Окуня здоровая. Удар и все. А тут неплохо вот этот участок берет. А тут что щука, что окунь активно. Не нас ждали. Ну, с утра прямо каждый заброс, вот мне кажется, с утра. Ну, что теперь, когда приехали, тогда приехали, дорога дальняя. А. Идет? Вон, поверху. Да, поверху. Плескается. Щучка? Непонятно кто. Да нет, окунь скорее. Щука. Щука мелкая. Щука. А сухипель далеко взяла. Ну что, бабушка? Хорошо. Вкусная колбаска, это маленькая совсем. Я уже такое слышала, что ее уже кто-то ел. Видишь? Вижу. Осторожно, держи крепко. Вот, видите, друзья, ее уже кто-то вот, ну, покрупнее шарахал, кто-то. Да. Иди. Да, чипчики. Ну что, пора пообедать. Чем нас сегодня будет кормить Анютка? Котлетки домашние из лосятины, огурчики домашние, сливки домашние и хлебушек из магазина. Ну и, соответственно, в конце чаек. Ну, Анютка сейчас бежит к нам обедать. Говорит, щуку поймала. Сейчас блефок закинет и наверняка что-нибудь поймает. Она может. Ну вот, я же сказал. Кто там? Что-то серьезное? Ух ты! Держи ее, матушка! Нифига себе! Такие кадры на блюфок! На блюфок взяла? Подкинь ее сюда, сейчас выпрыгнет. Как она шла вообще? Ну да, такая хорошая. Да, вот, так у тебя уже две. Да? Пока я там кушать накладываю, она тут уже щуку улавливает. Я думала, окунь большой. Одна тут такие канделябры вытворяла. Thank you.
Жрала что-то? О, да, да, щучка. О, боже мой, вот это да! Вот это, ёлки-палки, вот это, Юранечки попался. Вот такое ощущение, как будто вообще там. Ну, по килограмму, это грамм 800, наверное. Понял. Ну, полторы ладохи, хорошая армника. Это девочка, вот видите, у нас цитрой. Она молодая, но будем жарить. Это просто уже омлет. Круто. Омлет, да. Я же не смотрю под ноги, я смотрю. Я тоже не смотрю. Вот смотри, аж желтый весь. Да, жирненький. Вот это отрыв по окуням. Отрыв, отрыв. Отрыв на блефокс. Да. Надо пустить. Конечно. Раньше мы таких тут ловили, и это было для нас за счастье. Вот живет паук. Такой хороший паук. Большой. Вот он спрятался. А вот у него семейство с детишками. Вот так вот делаешь, и они начинают бегать. Суетиться. Суетятся они. Красивая была поклевочка. Поймала маленькую щучку. Сейчас ее надо аккуратненько отцепить. Тихо, 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 тихо. Вот такую щучку. Отпусти, ну, слишком мелкая, но хорошо схватила. Ну что, друзья, утром мы здесь проехали, но видать, про то, что сюда проехал квадроцикл, пригнали сюда супертехнику, выкопали еще больше яму, чтоб и Росомаха Экстрим тоже не проехал. В общем, здесь вообще полная лажа. По-другому не сказать. Но есть маленький шанс. Двойной кордон. Двойной кордон. Даже двойной там. Там еще одна траншея. Еще одна траншея. Так. Ну прям вообще. Узнали о том, что пробрались сюда два рыбака на своем квадроцикле. Сейчас вот мы покажем. Вы потом приедете, тут тоже переройте. Ну, чтобы мы точно не проехали. Проедет, а вот как я пройду.
поедет за мной, если что. Потом за мной, если что. За мной потом, если что. Да. Ему-то хорошо на таких лосиных колесах. Ему хоть тут 10 рытвин. А, ну вот меня уже приглашают присесть. А то тут сильно вон, видите, что иду. Все равно едет. Да. Ой. Да, так. Болотина. Ты понятно, что проедешь. А у меня вон сейчас волны похожище будут. Правее. Да тут хоть правее, хоть левее. Полное сапожище. Чав-чав. Да я думаю, знаешь, там сейчас вообще так нарыли, что давай, человек не пройдет. Ты-то проедешь, а туда человек... Снимай, вот туда снимай. Да. А человек не пройдет. Ой, как хорошо, что меня взяли. Двойной кордон. Да, двойной кордон. Вот один там вон видно, а вот там мы проехали. Я не понимаю, для чего они это нарывают, потому что там УАЗик там не проехал. Это по приколу, это экстрим покорения болота. Это было по приколу, это экстрим покорения болота кустарниковое. То есть, в принципе, под любым квадроциклом это как просто хороший настил. Колючая проволока, подскажи. Закопать колючую проволоку. Едем, нам осталось еще тут километров 50.